По мнению врачей и наркологов, большое количество курильщиков сегодня – это отголоски 90-х и начала 2000-х. Моду на сигареты породила повсеместная реклама табака. Медики уверены, страшные картинки на пачках сигареты и антитабачный закон делают свое дело. Количество курильщиков медленно, но сокращается. Кстати, через неделю, 1 июня, вступает в силу еще одно ограничение. Курить нельзя будет в ресторанах, поездах дальнего следования и гостиницах. Вы знаете, почти каждый курильщик в своей жизни принимает попытки бросить курить. И, в общем-то, опыт показывает, чем больше этих попыток предпринято, тем лучше результат. Поэтому любая информация в печати, любая информация по телевидению, вот в частности, ваша передача, это будет большой плюс, потому что человек задумается. И, может быть, очередная какая-то там пятая попытка, третья попытка, она будет уже эффективна.